Так. Это у нас лагерный огородчик. Сегодня 20 июля 2017 года. Вот тут дробот. Дробот у нас Нестор. Дробот Рося. Собирает горох поспевший. Такая грядка. Говорит, почему деревовую не сделали сетку? Дабы легче где-то собирать было. Ну да, то одна за другую цепляется и прополоть, чтобы не повредить. Ну невозможно. У нас, к сожалению, нету. У вас-то она есть, у нас нет. У нас на забор вся сетка идет. Ну, могли бы к забору. Хотя сестры советовали, конечно, и колышки тоже сделать, подвязывать. Не-не-не, так, вот тут малинку сразу по пути насобирали. Немножко у нас в этом году малины совсем мало. Так, дальше пошли. Тут уже у нас пора в огороде все пропалывать. Очередной раз. Уже некоторые арбузы большие. Лук уже, в принципе, готовый. Уже согнулся весь. Вот арбузы. Ну, они у нас слабоватые. Надо было под пленкой их хранить. Сейчас прохладные дни. Вот. Такие вот небольшие арбузики всего. А у некоторых уже большие арбузы. Ну, вот самый большой вот такой вот. Сейчас у нас каждый день дождь и дождь, все быстро зарастает. Вот морковочка. Вот тут дальше заходим. О, ергу собирают у нас ребятишки. О, сколько ерги-то, больше, чем в тот раз-то, да? Вот Игнать Иванович с Мариной Сергеевной собирает. О, Игнать Иванович, помидор. И огурцы полные карманы. Так, ты вот что сделай. Че? Пойди сейчас, тебе уже хватит здесь будет. Ага. И будешь брать. Да хватит. Пройти через лагерь. Ага. Когда в лагерь идешь в столовую, то дальше зал, который. То на правой стороне две пары сапог я выставил, принеси. Ладно. Надо узнать, чьи они. Угу. У меня разницы нету. У сапожка у меня все время насыпается там. Мне это не подходит. Я там лажу. Значит, значит, можно у вас в плане помидор? Ну еще. А то я его раздавлю. Трясется с помидором. Карман его, потом его заложим. По кишечному тракту. Какая вкусная рогата. Вкуснятина. Вкуснятина. Да, Егор? А что там столб у вас стоит, где виноград? Один столб сирота. То ли думали натягивать нитки? Думали, да вот не доделали. Главное, один столб поставили, строительство кончилось. Пойдем-ка вокруг туда. Пойдем-ка. Так, все. Угу. Слава Христу. Встречай.